Вчера в Москве в Доме правительства Российской Федерации Елене Владимировне Кудряшовой вручили государственную премию за заслуги в области образования. Премию по поручению председателя правительства РФ Владимира Путина ректору САФУ вручил министр образования и науки Андрей Фурсенко. Кудряшовой Елене Владимировне, профессору, ректору Северного Арктического федерального Уважаемый Андрей Александрович, уважаемые коллеги, позвольте, пожалуйста, от имени нашего творческого коллектива высказать искреннюю благодарность правительству Российской Федерации, Министерству образования и науки России, Межведомственной комиссии по присуждению премии правительства Российской Федерации в области образования и вам лично, Андрей Александрович, за столь высокую оценку нашего труда. То есть на самом деле это вклад очень-очень многих людей на протяжении ни одного десятилетия. Это и проректор по международному сотрудничеству Марина Рудольфовна Калинина, управление международного сотрудничества. Я бы отметила и директоров таких институтов, как филология, межкультурные коммуникации, теоретической прикладной химии, строительство и архитектуры, информационных и космических технологий, математики и информационных наук и многих других. Этой награды Елена Владимировна была удостоена за разработку предложений по совершенствованию российского образования в области развития международного сотрудничества в рамках совместного проекта САФУ, МГИМО и Российского университета дружбы народов. Поскольку ректор занимается Северно-Арктического Елена Владимировна очень активно международной деятельностью, можно сказать, ректор-международник. Вот, поэтому все проекты вот идут в том числе и через нее. Вот, это и по науке, и планируем мы совместные делать программы уже двух университетов с выдачей двух дипломов РУДН и Северно-Арктического университета. И мы считаем, что это крайне было бы интересно нам объединить такие программы, когда наши студенты год у нас, год в Архангельске, и, соответственно, их студенты год в Архангельске, год у нас. И учатся по интегрированным учебным планам с получением двух дипломов. Мне кажется, что это очень было перспективно. Премии правительства России в области образования ежегодно вручаются преподавателям, ученым, ректорам и академикам. В этом году среди лауреатов 8 академиков, 8 членов-корреспондентов, 66 профессоров, 78 докторов наук и 18 кандидатов. Всего премию получили около 200 человек. Я поздравляю сегодня и победителей премии с Новым годом, всех, вообще всех, кто услышит отдельно Арктический университет, потому что он показал, что действительно уже есть работы, которые заслуживают такой высокой награды правительства. Очень приятная неожиданность, потому что университет молодой, всего полтора года, и понятно, что это заслуга не только Северного Арктического федерального университета, но и тех вузов, которые вошли в состав него, то есть Архангельского государственного технического и Поморского государственного университета. И это результат почти 20-летнего сотрудничества в Баренцевом евроарктическом регионе и 10-летнего сотрудничества в Арктике. То есть это результат очень-очень большой работы многих людей. Елена Сергеенкова, Дмитрий Нестеров, Петр Меньшиков, медиа-центр САФУ, Арктический мост.